Привет, Нелли! Если ты это читаешь, значит, ты уже вернулась с раскопок в Гватемале. Это очень здорово, потому что я нашел нечто очень интересное. Помнишь, я рассказывала тебе про древний манускрипт? Ну, тот, в котором описан замок в Богемии. Так вот, оказывается, в этом замке хранится философский камень. Представляешь, сколько тайн откроется перед людьми, если мы его найдем? Догоняй меня. Вместе мы до него точно доберемся. Целую, сестренка. Твой брат Том. Господи, ну когда же он повзрослеет? Том, мне уже надоело тебя спасать. Клянусь, это в последний раз. Больше никаких загадок, сокровищ и приключений. Я хочу заниматься наукой, а не твоими тайнами. Надеюсь, он еще не успел влипнуть в очередную скверную историю. Ладно, утро вечера мудренее. Ну, наконец-то я на месте. Мрачновато здесь. Хорошо, что это замок не Дракулы, а какого-то немца. Тоттенкрафта, кажется. Снаружи мерзко и внутрь не хочется. Все, Том, я тебя послушалась в последний раз. Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти. И да, я решила заняться новым проектом. То есть я решила снять видеопрохождение по какой-либо новой игре, которой еще нет на моем канале. То есть если последнее видео я снимала завершающие главы игр тех или иных, да, которые я в свое время не завершила, то сегодня мое настроение таково, что мне хочется изведать чего-то неизведанного. И выбор пал на игру, которую меня просит снять, уже очень давно просит снять, один из моих подписчиков. Игра это «Легенды 2. Полотна Богемского замка». Первая часть данной игры, видеопрохождение данной игры, уже имеется на моем канале. Добро пожаловать в плейлист «Легенды. Тайна старинного сундука», чтобы ознакомиться с этой игрой. И вот настал черед покорить игру «Легенды 2. Полотна Богемского замка». Сразу скажу, что проходить «Легенды 2. Полотна Богемского замка» мне никогда не приходилось. Как-то так получилось, что первую часть в свое время мне попалась на глаза. Я ее прошла, потом далее перепрошла уже со своими комментариями специально для вас. И вот как-то вот до «Легенды 2» у меня как-то, ну, не добирались руки, да, и как-то не попадалась мне эта игра. Только вот Костя просил меня постоянно ее снять. И все-таки я решила поддаться на его уговоры и пройти эту игру. Помню, что первая часть меня очень впечатлила. Очень отличный был интерфейс, необычный. Хорошее музыкальное сопровождение, музыкальное оформление. Такое прям соответствующее картинкам. Хорошо прорисованные картинки. Все, в принципе, понятно и увлекательно. То есть игра проходит на одном дыхании. Вот очень жду чего-то подобного от игры «Легенды 2. Полотна Богемского замка». Надеюсь, она меня не разочарует. Ну что, давайте все увидим своими собственными глазами. Рассуждать-то можно долго, да, мои дорогие? А время-то и тикает, часики-то тикают. Поэтому всем приятного просмотра. Давайте начнем и погрузимся в «Легенды 2. Полотна Богемского замка». Начать. Итак, что мы видим, когда запускаем игру? Нам предлагают выбрать режим игры. Это либо легкий, либо сложный. Почитайте описание режимов игры и выберите тот, который вам по душе. Давайте так и сделаем. Легкий режим. Для желающих расслабиться и получить удовольствие. Кнопки «Советы пропустить» наполняются очень быстро. Подсказки срабатывают часто. Можно просто наслаждаться красивыми картинками. Замечательно, нам подходит. Режим сложный. Кнопки «Советы пропустить» активируются довольно долго. Подсказки срабатывают редко. В этом режиме можно надеяться только на себя. Рекомендуется для любителей поломать голову. Ну что, мои дорогие котятки, выбор, по-моему, очевиден, да? Так как мы, я и вы,
от игры все-таки получаем удовольствие, да, и я не люблю очень сильно напрягаться, честно. Во всех своих играх я выбираю легкий режим. Для тех, кто только что зашел на мой канал и включил данное видео, я вам сразу могу сказать, что практически все игры, которые есть на моем канале, они были пройдены в режиме легкий. Ну, это не относится к игре Skyrim, потому что там легкий режим, он очень легкий, там немножко был сложный режим. Но все маленькие игры, если есть возможность выбрать легкий режим, то я проходила на легком режиме. Легенда 2 полотна Богемского замка не исключение. Ее я тоже буду проходить в режиме легкий. Окей. Вау! Что-то необыкновенное. Какая-то стена, и на ней размещены картины. Так, давайте посмотрим, что это за картина. Ага, понятно. Это картина, которая возвращает нас в главное меню. Хорошо, хорошо. Значит, эта картина, собственно говоря, впустит нас в игру. Добро пожаловать. Начнем. Давайте приступим, мои дорогие котятки. Ничего себе! Через эти картины можно ходить, как через двери. Вот только они за тобой закрываются, и, похоже, назад дороги нет. Как здесь красиво. И совсем не мрачно. Не то, что в замке. Надеюсь, Том здесь. Хотя вряд ли. Арабские сказки он не любит. Волшебная башня. О, мои дорогие котятки, мы с вами оказались в первой локации игры «Легенда 2» полотна Богемского замка. Это какая-то волшебная башенка. Но путь к ней закрыт воротами, на которых висит замок. Так что давайте посмотрим, что на это скажет Нелли. Красивая башенка. Интересно, там живет кто-нибудь? Через забор лезть как-то неловко. Поэтому надо попытаться открыть замок. Ну, логично. Будешь лезть через забор, еще напоришься вот на этот вот... Вот на этот вот штырь. Как минимум взорвешь одежду. Итак, у нас с вами активировалось, видимо, задание попасть в башню, выполнено 0 из 13. В игре попадаются сложные объекты. При наведении на них курсор меняет форму. Кликни по нему и посмотри на эффект. О, да, посмотрите, у нас шестеренки активировались. О, ну это мне знакомо по первой части. Да, изюминкой этой игры является то, что мы здесь не просто взяли и взаимодействовали с объектом так, что подвели к нему другой объект, да, который достали из инвентаря. Нет, мы наводим на объект, а потом собираем необходимые для активации этого объекта предметы. Да, вот так вот все сложно на первый взгляд. Что нам подсказывают? Видите, ключик и масленка нам нужны, и уже стрелочка нам указывает на первый из объектов, и пишет игра. Нужно найти все предметы в кружочках и положить их в кольцо. Отлично, давайте возьмем этот ключик и разместим его вот в этом колечке. Второй предмет, который нам нужен, масленка, я его уже вижу, вот здесь вот он находится на штыречке. Давайте тоже разместим в кольцо. Вау! Классно! Сработали наши с вами действия. Мы с вами открыли путь к волшебной башне. Давайте в нее и заглянем. Отличное местечко! Вот только хозяев что-то не видно. Да уж, мои дорогие котятки. Так, комнатка действительно такая, оформлена в арабском стиле. Смотрите, какие... Стены красиво выложены мозаикой. Ой, как все круто. Так, задание осмотреть комнату. Так, хорошо. О, смотрите, когда мы наводим лампу, у нас появляется с вами ладошка. Видимо, мы с этой лампой должны взаимодействовать. Давайте нажмем. Ненавижу лампы. Кто это? Это какой-то Аладдин? Джин? Старик Хаттабыч. Хаттабыч, действительно. Смотрите, котятки, я навела на него курсор, и появилась надпись Хаттабыч. Здорово. Неожиданно просто. Я просто, не, ну, под впечатлением. Ты джин? Как у Аладдина?
Джин, Джин, только про Аладдина я ничего не знаю. Меня зовут Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Можешь называть меня Хоттабыч. И теперь я живу в лампе. Да, мои дорогие котятки, это персонаж из знаменитого книжного произведения автора Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». Очень крутая книжка, если вы все еще с ней не знакомы, обязательно рекомендую к прочтению. Необыкновенно интересная повесть про мальчика Вольку, который нашел на берегу реки кувшин, внутри которого оказался заточенным Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, он же Хоттабыч. И вот с тех пор, как Волька освободил этого джина, начинаются невероятные приключения у этого мальчишки. Книжка читается легко, на одном дыхании. Обязательно прочитайте, если вы еще не в курсе, кто такой Хоттабыч. Ведь все-таки Хоттабыч — это достаточно популярный персонаж, он используется во многих мультфильмах, во многих играх. Есть даже фильм, снятый про него. Вот чтобы понять, что это за персонаж, вам нужно прочитать книгу Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». Книжка крутая, поверьте мне. Ну, что вам могу сказать? Да, мы с вами видим Хоттабыча. Давайте посмотрим, что он будет нам говорить. «Привет, Хоттабыч! А я Нелли. А чего плохого в твоей лампе?» «Когда-то я жил в кувшине, но злой волшебник украл мой кувшин и переселил меня в лампу. И теперь я не могу уйти отсюда, потому что я прикован к этой лампе». Да, мои дорогие котятки, да-да-да, в книжке именно так и написано. Волька находит кувшин, и вот в кувшине как раз-таки жил старик Хоттабыч. Как он в игре «Легенды 2. Полотна богемского замка» оказался в лампе, непонятно. Какой-то злой волшебник украл кувшин у Хоттабыча, бедный Хоттабыч. Ой, как бы я бы хотела бы тебя освободить от привязки к этой лампе. «Если ты поможешь мне, то проси, чего хочешь. Хочешь золото, хочешь дворец, а хочешь мужа, красивого и богатого». «А мужа не хочу. Пока. А чем тебе помочь-то?» «Пойди туда, не знаю куда. Шутка. Принеси мне чудодейственный эликсир из подвала. Но сначала нужно открыть двери. Для этого нужно открывающее зелье. Его можно приготовить на столе из правильных компонентов». Угу. Так, нам нужно помочь Хоттабычу, приготовив какое-то зелье. Да, задание так и говорит. Принести Хоттабычу чудодейственный эликсир. Собрать на столе все нужные предметы. Так. Стол. О, понятно. Вот эти вот предметы мы сейчас с вами должны будем найти. Мне игра уже подсказала, что нам вот здесь вот находится лупа, и у меня появилась ладошка. О, у нас с вами два объекта в этой комнатке, с которыми мы будем взаимодействовать. Один из них книга, второй стол. Понятно? Книга, стол. Хорошо, давайте собирать все, что видим. Так, микроскоп вижу. Здесь, видите, нужен микроскоп, книга, ступка и пестик, три каких-то пучка травы. И вот это вот я не знаю, что такое, но по форме похоже вот на эту вещь. Это, видимо, доска. Это, видимо, разделочная доска. Так, здесь два свертка у нас с вами осталось. Так, один сверток вижу, вот он. Так, второй сверток вот здесь, вот прям рядом с разделочной доской. О, здорово, мы с вами собрали книгу. Видимо, вот это она и есть, да? Да, это она и есть. Очень круто. Пазл в пазле. Классно. Так, ступка и пестик и какие-то пучки. Так, ну, предположим, вот этот пучок вот я вижу. Вот этот пучок вот я вижу. А ступку и пестик я не вижу. А, вот же, посмотрите. Прям возле окошка. Ступка и пестик. И последний пучок какой-то травы. Может быть, вот этот зеленый мох? Может быть, это и... Да, это то, что нужно, действительно. Я думала, это элемент декора, да? Вот, ну, как бы предмет картинки.
О, Хоттабыч активировался. Теперь поймай ну очень синюю бабочку. Я тут ее где-то видел. И тоже положи на стол. Синюю бабочку я тоже видела, мои дорогие котятки. Вот оно. Внимание, новое задание. Когда оно будет выполнено, оно исчезнет. Чтобы пройти уровень, нужно выполнить все задания. Ну, это-то понятно. Если здесь написано «выполнено 3 из 13», значит здесь, ну, скажем так, 13 заданий, которых нужно выполнить. Описание мы здесь, в принципе, с вами видим. Все в игре очень понятно. Не нужно сидеть прям сильно ломать голову. Все очень круто, проходится на одном дыхании. Вот, по крайней мере, пока впечатление у меня положительное. Итак, что нам нужно? Найти очень синюю бабочку и положить на стол. Принести Хоттабычу чудодейственный эликсир. Ну, давайте возьмем эту очень синюю бабочку. Ой. Она улетела, котятки. Куда-то сквозь стекло. Какая-то волшебная бабочка. Ой, как неудачно получилось. Интересно, если я поймаю другую бабочку на газоне, это сработает? Угу. Так, значит, нам с вами сейчас надо выйти во двор. О-о-о! Смотрите, сколько здесь бабочек. Желтые, голубые, фиолетовые. Классно. Вон красненькая есть. О, у нас с вами активировался газон. Появился значок пазла. Что-то, значит, там головоломистая нас ждет. Давайте посмотрим, верны ли мои предположения. Уху! Найдите нужную бабочку. Для этого нужно попарно отметить всех одинаковых бабочек. Та бабочка, для которой нет пары, есть нужная. Воу-воу-воу! Какое многообразие бабочек на этой картинке, мои дорогие котятки. Но задание довольно-таки простое. Ну, скажем так, на внимательность, да? Нам просто нужно будет с вами согнать с этой полянки одинаковых бабочек, чтобы осталась всего лишь одна. Очень синяя. Ну что, давайте приступим. Так. Угу. Так, ну вот эта бабочка вроде бы похожа с этой. А вот эта бабочка с этой. Угу. Да, задание довольно-таки простое. Бабочек действительно здесь очень много, и они все очень разные, очень красивые. Но для меня бабочка не является чем-то таким нежным, хрупким и красивым. По причине того, что я очень боюсь насекомых. Неважно, комары это, муха, или, я не знаю, кузнечик, какой-то жук. Я очень-очень-очень боюсь насекомых любых, в том числе бабочек, потому что у них противные такие длинные, тонкие лапки, как у паучков. Пауки это вообще отдельная история. То же самое, что и тараканы. Вот змей, крыс, вот таких вот каких-то существ я не боюсь. Но все, что имеет, как там, я не знаю, они же членистоногие, да, все, что имеет там, ну вот это вот, у них все такое противное, хрустящее. Фу. Поэтому на картинке, да, бабочки красивые, но в жизни я никогда в жизни до них не дотронусь. То есть, если вы мне хотите испортить настроение или там какой-нибудь праздник, да, например, и подарить на день рождения коробку с бабочками или коробку, внутри которой лежит какой-то подарок, а еще все это обложено бабочками, да, и при открывании коробки эти бабочки разлетятся и сядут на меня, у меня просто становится сердце. То есть, вы меня этим не обрадуете. Поэтому к бабочкам я отношусь именно так. И со стороны я за ними понаблюдать могу. Но дотронуться для меня это проблема. Ну что, всех бабочек собрали. И осталась одна очень синяя бабочка. Вот она, мои дорогие котятки. Но я бы не сказала, что она синяя, кстати. Она больше голубого цвета, да? Бирюзового. Но не синяя. Ладно, хозяин-барин, разработчики так видели синюю бабочку. Поздравляю, в рюкзаке появился предмет. Перечитайте список заданий и постарайтесь понять, зачем он нужен. Учтите, что использовать его можно не только там, где он подобран. Хорошо, перечитаю. Так, что мы с вами имеем? Очень синюю бабочку. А задание у нас найти очень синюю бабочку и положить на стол. Ну, давайте это и сделаем. Молодец! Ты нашла эту очень синюю бабочку. Но это еще не все. Смотрите, какой-то драный коврик активировался. Еще нужен аленький цветочек. Он растет на самой верхушке башни.
Тебе понадобится ковер-самолет. Где-то тут один завалялся. Разверни его где-нибудь снаружи и скажи «трах-тибидох». Хорошо, милый Хоттабыч, так и сделаем. Возьмем вот этот драный коврик. Ой, да, ковер-самолет из драного коврика, мне кажется, у нас с вами не получится. И вообще это звучит очень смешно. Драный коврик. Словосочетание для меня забавное. Да, у разработчиков с чувствами юмора все отлично, я смотрю. Ладно, давайте возьмем драный коврик. Так, найти аленький цветочек и положить на стол. Развернуть ковер-самолет на газоне. Ну, значит, мы с вами идем на газон и расстилаем там драный коврик. Да, прям поверх этих красивых, чудесных бабочек и цветочков. Драный коврик. Трах тебе дох. Не сработало. Интересно, если заделать дырки, прогрызенные молью, он полетит? Пойду поищу что-нибудь на заплатке. Да, нитку с иголкой. Логично, логично. Если драный коврик не полетит, то если его заштопать, то есть шанс, что мы сможем подняться наверх к аленькому цветочку. Так, найти иголку с ниткой, заплатки и починить коврик. О, как любезно у нас раскрылась одна из шкатулочек. Давайте туда заглянем. О-хо-хо, здесь у нас с вами нитка с иголкой. О, спасибо тебе, милая игра, за такую подсказочку. Так, что нам еще с вами нужно? Иголка. Ну, иголка как бы нарисована с ниткой. Интересно, нитки отдельно нам нужно будет с вами искать или как? Так, заплатки. Что здесь вот у нас на картине, кстати? Ого, это одна из заплаток. Всего нам нужно 5 заплаток. Ага, теперь я поняла, что вот эти вот кусочки непонятные, да, вот посмотрите, вот здесь, например, в углу, вот здесь вот, и вот здесь вот, это и есть заплатки, которые мы с вами ищем. Классно, классно. 4 заплаток из 5 мы с вами собрали, осталась еще одна. Но где она, я не имею ни малейшего представления. Так, за Хоттабычем у нас ничего нет. Стены. Вон у нас, видите, как хорошо оформлены. Заколдованные ворота. Понятно, что мы туда не попадем. Так, лейка. Стол у нас не активируется. Какой-то кувшинчик, кстати. Может, на подушке? Там. Нет, я не вижу этот кусочек нигде. А, вот же! Посмотрите, когда наводишь на нужный объект, появляется ладошка. Значит, все, это то, что нужно. Главное, медленно водить по экрану и искать ладошки. Отлично, заплатки и иголка. Давайте используем это все с вами на драном коврике. Трах тебе доух! Отлично. Что это такое, кстати? Кран. Идет к высохшему фонтану. Видимо, мы как-то будем с ним взаимодействовать. Ладно. На крышу. Вау. А вот и он. Аленький цветочек. Только не цветет. И земля совсем сухая. Может его полить? Бутон. Хорошо бы его полить. И как эти древние жили без водопровода? Интересно, они сюда воду так ведрами и таскали? Я уж не знаю, как они сюда поднимали ведра для того, чтобы полить этот аленький цветочек. Но площадка под самой крышей. Все это выглядит очень красиво. Посмотрите, такой балкончик, посередине стоит цветок, облака. Хочется просто молчать, наблюдать и медитировать. Прямо на ковре-самолете, вот здесь вот наверху. Просто представьте себе эту картинку в голове. Это было бы божественно. Так, ну, меньше слов. Релаксировать будем потом, когда аленький цветочек зацветет. Так, полить аленький цветочек. Я так понимаю, нам нужно с вами что-то сделать с высохшим фонтаном, но у крана нет рукоятки. Где бы его найти, эту рукоятку? Здесь среди прутиков не спрятали. Давайте зайдем в комнату.
здесь посмотрим. Пустая лейка. Пустая лейка. Хо-хо-хо. Смотрите-ка. У нас в этот раз взялась с вами пустая лейка. А, ну да, правильно. Мы же с вами должны полить аленький цветочек. Не в ладошках же носить воду. Так, хорошо. Стол. Шкатулка под столом активировалась. Давайте заглянем. Что это? Рукоять крана. Ой, отлично. Отлично, давайте используем. Вау! Классно, мы дали фонтану жизнь. Теперь он дает живительную влагу. Классно. Давайте соберем воду в лейку. И отправимся на крышу. Польем наш с вами аленький цветочек. Ой, котятки, вы посмотрите, какая красота! Какое умиротворение на этом игровом экране! Невероятно! Невероятно просто! Очень красиво! Мне очень жалко срывать этот цветок. Но ничего не поделаешь. Наша с вами задача – найти аленький цветочек и положить на стол. Вот так вот остался сиротливый кустик. Но я надеюсь, что этот цветочек еще зацветет и даст еще бутоны. Поэтому давайте спустимся вниз и разместим аленький цветочек на столе. Вах, какой умный девочка! Все собрала. Для такой умной девочки не составит труда самой сделать открывающее зелье. Приготовить зелье, открыть дверь. Видимо, дверь вот эти вот мы будем, да, с вами открывать. Ладно, давайте заглянем на стол. Там уже появился значок пазла. Вау! Сделайте открывающее зелье. Не знаете рецепт? Почитайте книжку. Там все написано. Ой. Так. Ну, понятно, что у нас здесь с вами все, что мы собрали, да, это цветочек аленький, бабочка, травка и прочие всякие штучки. То давайте заглянем в книжку. Так, что нам с вами нужно будет сделать? Нам с вами нужно будет накрошить аленький цветочек вместе с зеленью. Ножом на доске. Потом разместить все это куда-то в какую-то плоскую емкость. Это что такое? Ну-ка. Это, видимо, вот эта вот горелка, да, я так понимаю? Разместить горелку под емкостью. Потом все это разместить в ступу и размолоть пестиком. Добавить в большую колбу. После этого мы с вами берем синюю бабочку. Размещаем ее под микроскоп. Кисточку тоже туда размещаем под микроскоп. Я, правда, не знаю, какая в этом логика. Что-то, какой-то платочек у нас с вами мы потом тоже засовываем в колбу. Ну, пока для меня это выглядит все именно так, как я вам сейчас сказала. Так, ладно, меньше слов, больше дела. Так, берем доску, берем цветок и нож. Ой, как в песне у группы Viagra «Цветок и нож». Очень-очень символично, конечно. Но игра вышла, нам, по-моему, намного раньше, чем эта песня. Или уже после этой песни. Если после этой песни, то точно с чувством юмора у разработчиков все отлично. Ну что, давайте крошить цветочек. Так, размещаем в эту стеклянную емкость. Ну, как-то она явно называется. Что это такое? Блюдце, тарелочка, пиалка. Что это такое? Как она называется? Для активов, для реактивов, для чего-то такого. Короче, размещаем в тарелочке. Берем зеленый пучок, тоже крошим. Ой, как прикольно, блин, котятки. Помните, в первой части тоже были, да, такие элементы? В части, где мы с вами отправились в плавание по реке, мы с вами сначала действительно, скажем так, как по-настоящему ловили рыбу. Потом мы с вами по-настоящему готовили из нее уху. Ну, это было действительно очень круто. Мы также взаимодействовали с предметами. То есть брали, там, например, не помню, что было, помидор, например, да, оп, мы его резали. Например, потом лук, мы его резали, разместили в кастрюльку. Но кастрюльку нужно было предварительно зачерпнуть воды. Короче, игра, легенда, вообще, она вот этими мелочами просто именно
поражает и цепляет душу. Поэтому и сейчас мне тоже очень нравится этот процесс приготовления зелья. Я прям чувствую себя каким-то волшебником, алхимиком. Так, тоже размещаем в тарелочке. Так, третий у нас с вами горелка. Давайте возьмем горелку. Сожжем цветок и травку. Так, потом вроде нужно было, да, в ступку все это разместить и размолоть пестиком. Получившуюся пыль в колбу. Бабочку под микроскоп. Так, кисточку тоже. А, вот для чего нужна была кисточка. Мы смахнули напыление с крыльев бабочек. Знаете, у них есть такие... Такая, ну, как бы пыльца, что ли, на крыльях. Я просто не знаю, как это правильно называется. Что-то похожее, знаете, на перламутр. Я, конечно, понимаю, что перламутр делается как бы из перетертых жемчужин, но вот у бабочек тоже что-то подобное. Их крылышки всегда переливаются разными цветами. Если бабочку до крылышек дотронуться, то на руках потом остается такой вот, ну, такие блестки. Вот это мы смахнули с вами на платочек или на бумажку и тоже должны сейчас разместить в колбочке. Да. Видимо, эликсир готов, мои дорогие котятки. Именно, именно мы с вами приготовили зелье. Открывающее зелье. Давайте тогда используем ее на заколдованных воротах, что мне еще остается. Смотри, они открываются. Все, что осталось, это спуститься в подвал и принести чудодейственный эликсир. Бах, чуть не забыл. Там дракон спит. Постарайся, не разбудит. А то шумный очень. Здорово! Спасибо, что ты меня хотя бы предупредил. Я уж не говорю про то, что не сказал мне заранее, да, что там будет дракон, типа, ты, девочка, поаккуратнее, и задание-то ты выполняешь, но тебя еще там ждут некоторые нюансы. Ой, спасибо тебе, Хоттабыч. Задание у нас 9 выполнено из 13. 4 осталось, поэтому, видимо, все они будут нас... В подвале? Ну что, давайте взглянем на этого дракона. Вау! Ух ты! Дракон! С крыльями! Интересно, он умеет дышать огнем? Котятки, ну это прям выглядит, ну, вообще нереально красиво. Похоже, эликсир в клетке. Высоко! Интересно, где второй конец веревки, на которой висит клетка? Вот это, что ли, эликсир имеется в виду? Ну а что, второй конец? Вот же он. Что тут спрашивать? Так, что у нас тут? Эликсир? Веревка. Слишком тугой узел. Надо, как Александр Македонский. Раз! И разрубил. Ну, можно даже разрезать. И даже не мечом, а ножом. Найти что-нибудь острое и перерезать веревку. Что-нибудь острое мы сейчас с вами будем искать, котятки. Здесь какие-то эти, смотрите, символы, нотки. Вот даже на крыле у дракона я рассмотрела нотку. Магическое пламя. Угу, понятно. Здесь он тоже нотка, посмотрите. Так, ну, здесь я вообще ничего острого не вижу. Может быть, вот этой штукой? Так, ну-ка, может быть, в комнате что-то есть? Вот, кстати, посмотрите, на столе прям воткнут в стол нож. Вот этого здесь не было, я вам точно говорю, его до этого здесь не было. Откуда он взялся? Наверное, это проказы Хоттабыча. Так, что мы делаем с вами? Ножом режем веревку. О, прямо на дракона, нет? Ой, да тут не ой, тут... Ахтунг! Дракон проснулся! Кажется, у меня есть шанс проверить, дышит ли он огнем. И почему я не богатырь с мечом-кладенцом? Придется попробовать что-нибудь другое. Может, он музыку любит? Да, будем, как в Гарри Поттере, усыплять трехглавую собаку флейтой. Будем надеяться, что со слухом у него так же, как у меня. Попробую-ка я колыбельную.
Усыпить драконом. Так, флейту я никакой не вижу, зато я вижу скрипку. Ага, а эти ноты, которые разбросаны по всей этой комнате, это нотки для мелодии, которые мы будем играть для дракона. Давайте собирать. Так, что еще нам нужно? Еще одна нотка. Собственно, ноты. И смычок. Угу. Так, смотрим дальше. Бочка неактивна. Изумрудный дракон. Клево. О, ковер у нас с вами активен. А за ковром спряталась еще одна нотка. Смотрим дальше. Магическое пламя. Пока ничего с ним сделать не могу. О, у нас с вами шкатулка активна. Ого, здесь спрятан текст нашей мелодии. Так, что нам с вами еще осталось? Одна последняя нотка. Ой, она может быть где угодно, мои дорогие котятки. Так, на клетке ее нет, этой нотки. Вот же, смотрите, на боку у коняшки, у статуи коня. Давайте возьмем. Ой, как классно! Он уснул. Изумрудный дракончик снова уснул, погрузился в сон. Кажется, помогло. Бросить, что ли, археологию и пойти в скрипачки? Да, Нелли, у тебя неплохо получается усмирять драконов. Так, дальше что у нас с вами? Клетка. Похоже, нужен ключ. Найти золотой ключик. Он может быть где угодно. Магическое пламя. О, смотрите. У нас с вами магическое пламя активировалось. Нужна воронка. Какие-то щипцы. И... собственно говоря, эликсир? Серьезно? Так, ладно. Так, щипцы мне уже указала сама игра. Спасибо большое. Так. О, полка у нас активировалась. Расставьте картинки в правильном порядке. В правильном порядке это как? Например, вот так вот. С часами я не совсем в ладах. Ставлю наугад. Так, семечко. И семечко появляется росток. Потом уже росток превращается в молодое дерево. Потом уже в могучее взрослое дерево. Так, яйцо. Ха-ха. Яйцо. Сначала, ну, я не знаю, зреет. Потом трескается, из него получается цыпленок, а потом впоследствии курица. Хо-хо-хо! Все было очень просто. Золотой ключик явно от клетки. Берем эликсир. Так, и что у нас с вами осталось? Одна воронка. Вот она, кстати. Вот здесь вот в уголочке, на бочке, находилась воронка. Уф! Готово. Ну, Том, если ты мне не поверишь, что я видела дракона... Чудодейственный эликсир. Вот он, эликсир. Надеюсь, Хоттабыч будет доволен. Да, я тоже очень надеюсь, что Хоттабыч будет доволен. Сейчас насладимся вот этой картиночкой, вот этой заставочкой. Такая красивая. Играет скрипочка. Вверх стремляются ноты. Ой, как все классно оформлено в этой игре. Ничего лишнего нет, да? Объект, картинки, то есть не перегружены обилием объектов. Все достаточно легко и просто найти. Поэтому я просто в восторге. Берем чудодейственный эликсир. И несем его Хоттабычу. Принеси чудодейственный эликсир. Я бы так сказала, подай чудодейственный эликсир. Пожалуйста, Хоттабыч, испей. Вау! Чудо! Свершилось чудо! Я больше не привязан к этой лампе!
и могу отправиться куда захочу. О, будь благословенна, Нелли, ибн... Что ты желаешь? Золото? Дворцов? Мужа? Хочешь, я наколдую тебе лучшего мужа, какой только есть во всей пустыне? Да не хочу я мужа! Лучше помоги мне найти моего непутевого братца и вернуть его домой. Одну минуту. Трах-тибидох. Нет, не получается. Сильные чары на твоем брате. Никак не могу. Но я думаю, что раз ты смогла разрушить чары злого волшебника, то освободишь брата для тебя будет совсем просто. Постарайся исправить все происходящее в картинах, и тогда злые чары спадут, и ты найдешь Тома. Справедливость восстановлена. Вау! Да вот, оказывается, в чем смысл игры «Легенды 2. Полотна Богемского замка». Мы с вами восстанавливаем события в полотнах Богемского замка. То есть, что мы с вами здесь видим? Мы с вами приехали в Богемский замок. Мы видим некие картины, то есть полотна, да, по-другому, по-правильному. Мы перемещаемся по картинам, восстанавливаем или меняем то, что там происходит, как нам только что сказал старик Хоттабыч. И благодаря этому мы должны будем добраться до Тома, а может и до философского камня. Ведь, как гласят легенды, он хранится именно там. Здорово, мои дорогие котятки, это очень интересная задумка и очень интересная мысль. Первую картину мы с вами преодолели. Теперь очередь дошла и до второй картины. Но все это с вами мы будем проходить в моем следующем видео по игре «Легенды 2. Полотна Богемского замка». Поэтому, мои дорогие котятки, обязательно подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, и нажмите на значок колокольчика для того, чтобы вам пришло уведомление в тот момент, когда у меня на канале появится новое видео. Соответственно, в данном случае будет продолжение «Легенды 2», но во всех других случаях просто новые проекты, которыми я буду заниматься для вас, мои дорогие котятки. Также ставьте лайки и пишите комментарии, мне будет очень и очень приятно. Я действительно искренне радуюсь, когда вы пишете мне какие-либо комментарии, подсказки или советы по прохождению тех или иных игр, просто какие-то подбадривающие комментарии, даже критики. Я тоже отношусь довольно-таки сносно, но если вы пишете критику, будьте продуктивны, тогда пишите, ну, то есть, что именно было не так, что именно вам не понравилось, то есть... Ну, как бы объясняйте, что ли, причину, чтобы для меня это было возможностью поработать над ошибками. Ну и также, естественно, поддержки также приветствуются. Все способы, как вы можете поддержать меня и мой канал, указаны под описанием к данному видео, а также под всеми другими описаниями, под всеми видео, которые у меня имеются на моем канале. А я с вами на данный момент прощаюсь, до новых встреч. Смотрите только полезные и качественные видео. И всем пока-пока. Всем мяу.